Горка, горка. Просто деревянные кругляшки, которые крутятся. И вот так детки сползают. Ну это ёбка. Сразу ложится. Тебе нравится? Нравится. И полез. Тут такая гора, он уже прям вообще почти не держится. Такой же. Прям взрослеет на глазах. Такой наклон. Сейчас Натенька будет кайфовать. Ой, ты молодец, какой сыночек. Умница. Че, он сейчас выйдет? Или оно не выливается? Может вылиться, но не надо. Или ты хочешь красный, зеленый, красный? Еще, еще, еще. Полностью, полностью всю руку замажь. Давай, все пальчики рисуют. О, я сейчас могу рисовать. Да. Что будем рисовать? О, мне надо идеи, я буду классные штуки рисовать. Я хочу Санта-Клауса нарисовать. Да? Да. Мама Санта Клауса. Берем цвета. I saw mommy kissing Santa Claus. И красный у нас есть. Вот, да, да. Тебе белый выжать? Сюда? Сюда? Да. Вот так, да? Макай водичку. Макай водичку, кисточку. А теперь рисуй. Класс. Так. Вот так получается. Да? Вон у тебя какие еще цвета дать? Какой? Оранжевый? Да. Этот? Да. Сюда? Вау, у тебя будут свои цвета, да? Красный? Да, яркий. Скажи, красный. Да. Скажи, у папы свои цвета, я хочу тоже. Желтый? Да. Очень липо. У тебя зеленый вот уже. Желтый давать? Да? Вот так вот. Хорошо? Вот ты желтый уже сделала. Еще какие-то цвета надо? Зеленый? Да. Зеленый? Отлично, да? Все цвета у тебя есть? Да. А, и белый, да? А круто. Белый. Все? Да. Да. Рисуй, рисуй. Christmas. На своем французском говоришь? Любимый, ты что рисуешь? Дерево. Дерево? Натенька, а ты что рисуешь? Дерево. Так, мне теперь надо этот. Ой, как на ты него красиво рисует. У тебя точно осень. Точно. Ой, Натенька решил. Ну,
Красиво. О, папа вообще художник. Ого, папа точно. О, давай индюшку нарисуем. Смотри. Теперь, если у меня... Ой, маму ты рисуешь? Не надо, маму, надо здесь рисовать бумажкой. Вау, вау. Вот так, да? Ого. На коне. На коне. Ты хочешь расстегнуться? Да. Давай. Все, так легче? Ну, как ты думаешь, это нужно обвести красным или лучше это белым или черным? Нет. Я не знаю. It's a complicated question. But only you can decide. Точно. Садись, сыночка. Santa baby. Не надо маму делать. Не надо. Садись. Нет, ты хочешь на пол пойти? No. Ты уже все закончил? No. Тогда садись. А что ты встала? Что ты встала? Садись. No. Садись. Скажи, краски вообще моются. Чего тут переживать? Ты хоть желт? Да. А, так ты мне сказал. Да. Скажи, я говорил. Мама не слышала. Мама не поняла мой язык. Ты крышечку не откручивай, а лучше колпачок снимай. Смотри, мама покажет. Ну, смотри, как стихает. Только чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Чуть-чуть. Все? Да? Да. Пытался, не вышло. Да. Ну, пусть он не горит. Да. Еще? Да. Ой, все. Ой, отец вышел. Мами. Так у тебя вышло хорошо. О. Как зеленая капелька вышла. Все? Давай мама возьмет. Ты уже взяла, смотри, вышла. Тебе водичку дать? Да. Чтобы вмакнуть кисточку, лепить хочешь? Вау. А теперь на бумажке рисуем. Вау, какой красивый зеленый с белым, да? Очень красивый. Открыла желтую все-таки? Да. Ого, ну, смешивать нельзя. Сыночка, смешивать нельзя. Ой. На, рисуй так. Надо же не смешивать. Натенька, давай сейчас елочку украсим, давай. Давай. Натенька, давай. Натенька, смотри, папа дан. Водичка. Ого, смотри, о, какая елка. Массаж? Ой, помассажируй, да, помассажируй. Нет, только не кусай. Нельзя. Папа. Вау, елочка, да что это такое? Ты себя видала? Нет. Покажи там. Это акриловые краски, можно сказать. Да, ты смотри, шо? Сыночка, смотри. Смотри, Натенька, смотри. Смотри, пальчиком будем рисовать?
Бери пальчик вот так, вот так. Ай! Ай! Натенька, пойдешь на пол. Тогда не щипай маму. Ну все, все, все. Смотри. Любимый, смотри, как я делаю. Вау! А что там еще? Какие колеры? Колеры? Ой, надо еще... Какие еще цвета можно на елку? Зеленый? Ой, синий? Давайте покажем, что у нас вообще. Ой, как красиво! Happy Thanksgiving!